Привет, с вами Волтом Зеро, это мой новый ролик по игре Counter-Strike Global Offensive. Перед началом ролика поставь лайк, играю в этом ролике только с мухой, оставь комментарий по тому, что я играть не умею за 9 месяцев. Я так научился играть ролики, я записывал месяц назад. Но вообще, я смонтировал, мне понравилось, я монтировал его до 4 утра, до 5, сейчас 5 утра, сейчас пруфану. Оно. Поэтому поставь лайк, подпишись на канал и, конечно, приходи на мои стримы twitch.tv/WorldOfZero1. Ну а теперь приятного просмотра видеоролика. Let's go! Ну что же, мы снова находимся в нашей любимой, прекрасной Counter-Strike глобальное наступление. И да, я знаю, что вы знаете тему ролика, но я не мог не сказать, что посмотрите на вот этого типа, ё-моё. Вы посмотрите, что он держит в руках. Сегодня мы с помощью этого будем играть, понимаете? Меня будут ненавидеть все тиммейты. Ну что, давайте побыстрее перейдем к данному действию. Сегодня мы, как обычно, играем на самых любимых картах. Это Mirage, Inferno, The Dust 2. Потому что карты больше не знаю. Давайте для прикола еще пикнем, наверное, Мачу. Вдруг выпадет. Я не знаю, может быть. Ну так, чтобы было интересно, азартно. В общем, только муха. И ни слова больше. Вот это я понимаю, нормальная карта. Специально для того, чтобы играть. Я надеюсь, там попадутся нормальные типы, с которыми можно быть нормально пообщаться, что проходила информация по поводу противника, по поводу, где убили, по поводу того, где можно обнять другую муху на случай, если меня моя заебет. А в этот момент этот дурачок и не мог представить, что его ждет. What's up? Информация проходит. Дедикл. Первый раунд, что ли? Ну да, дедикл. Ничего, у нас чел дедикл косит. Что начинается? Я думал, это на нормал гейм будет. А вот на этом моменте он уже понял, что его ждет анальная боль. Как играют калаши в 2021 году. Краткая нарезка. Замолчи, алло, научись разговаривать сначала нормально. Алло, синий, да, бездарный. А, все что? Спасибо, браток. Да ничего, ребят. У клочки есть. Пойдем следующее. Я не знаю. Надо взять карту, где можно нормально играть. Вот на Дасте можно со скаутом норм играть. Все, пойдем на Даст. Вот на Дасте играть со скаутом. Данил Пупсанов прописал. Understandишь? Hello, my friends. Вообще похую. Голунг. Ну хотя бы это они понимают. Здорово, боцки. Проснулся. Ну а теперь мы берем. Это уже 08. Кирвал плюс Халмет. Сосать! Все, мы задачу будем. Я гений игры. Вот, все, пошел, я чувствую, я разыгрался, я почувствовал, как играть, это что, чел со скаутом всю игру играет, господи, почему он еще живой? 7 фрагов, больше, чем за всю прошлую игру. Знаете, что это значит, то, что я... Big Bang Salsa fucking my dick. Больной? Я, yeah. Я не то, что больной, я ебнутый. В 8-7 мы закончили половину, 50 на 50. Я еще играю по-новому, я пушу мидл. И как вы можете заметить, вот по вот этой штуке, вот смотрите, я делаю опа, и мы проигрываем. Давайте посмотрим на последний раунд этой игры, это что-то невероятное. Он ловер пошел. Че, он решил по времени проиграть? Не успел, запатили. Скажем, спасибо за игру. Если меня сейчас повысили, я бы в тильте был.
Ладно, я настрелял счетом, мы выиграли. Непонятно как, но мы выиграли. Чем я против Беркута отыграл лучше, чем против своих званий? И, ну, фраер это понятно, там, полтап. Ну что, такой видеоролик у меня получился. Если тебе понравилось, напоминаю, лайк, комментарий 100% обязательно не поставишь. У тебя что-нибудь случится с твоими родными. Поэтому лайк оформляем. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо всем, кто на меня подписан платно. Мои спонсоры оно, поэтому становись таким же, присняйся в компанию. Ну а на сегодня все. Меня зовут Захар Волтовсиро. Напоминаю, лайк, подписка, комментарий, колокольчик. Все быстро. Ну и Захар Волтовсиро. Всем удачи, всем пока. 2021 House in the building, bitch, you know.